Кибердеревня. Тизер. Скоро на Кинопоиске. Полноценный сериал по веб-сериалу. Назвать правильно. Вот эти вот скетчи, выходившие на Ютубе. Может так, наверное. Посмотрим, как это будет выглядеть в виде полноценного сериала. То есть оригинал про вот этого фермера на Марсе, про всяких там кукумберов многомерных и роботов. Это было круто, классно. Блин, я досмотрел все серии или нет? Не помню. Ладно, погнали. Ну, дочь, скажи им, как... О, качество. Надо было брать монитор 4К. Тебе нравится у нас тут на ферме? А мы играем в то, что мне здесь нравится, или сказать, как есть? Это Вова. Мы сейчас с Людкой починим его тебе. Будете его на посуду мыть. Не похож он на Вову. Рожа глупая какая-то. Ижевск Dynamics. Напоминает этого немного. Робота Чаппи. Глупая какая-то. Я не знал, что у меня есть огромная семья. И Церера, и Плутон, каждый маленький фотон, и Сатурн в кольце широком, и Земля в краю далеком. Парагозин один. И всего милей на свете, на родной моей планете. Не, Коль, никто душевно не прилетит. Ну и дураки. Ну окей, слушайте, нормально, там и будет и другие места, всякие планетарные станции и другие планеты. Окей, отлично. Не гремит, а невозможно. Музыка в лифте советском. О! Этот орбитальный лифт. Скоро. Студия плюс. Ну. Ладно, хорошо, нравится. Да я даже доценю, когда он выйдет. Прям сразу. Вот. Окей, посмотрим обязательно. О, кибербольницу я не смотрел. Из Бёрчпанка в свое время, да. Вот. Будем посмотреть. Хорошо, что есть свои проекты. Оригинальные у нас. А на всем спасибо за внимание. Всем пока.